Всем привет, перед нами колонка Topaz 511. Значит, мы устанавливали на нее систему автоматики выдачи на базе терминала Galileo. Схема основывается на следующем. В начале с разъема X6 фиолетовый провод выдает фазу. Белый провод с разъема X6 выдает 0. И заземление вот здесь на корпусе. Эти три линии питания переменным током идут на преобразователь. Вот он преобразователь. Вот они получаются L, N и земля. Выход идет напряжение V минус, V плюс через предохранитель. От плюс-минус постоянного тока питается терминал Галилео. Дальше питается у нас, значит, считыватель карт. От считывателя карт выведена выносная антенна типа конверт. Вот сюда на корпус. Далее отсюда же питается считыватель импульсов с фишки X5, зеленый провод третий контакт, красный провод первый контакт. Антенна размещена внутри корпуса, и сотовая, и спутниковая. Далее обращаемся ниже, в гидравлический блок. Здесь у нас установлен, значит, тумблер-блокиратор. При сбое системы мы можем выключить систему и выдавать без карточки на получение топлива. Значит, этот тумблер-блокиратор на фишке X4 рвет провод, приходящий на второй контакт. Вот она фишка X4, вот он черный провод, переходящий на второй контакт. Рвет по принципу реле вот этим же блоком. Эта колонка работает с дистанционным пультом Topaz 103M. Для того, чтобы отойти от пульта Topaz 103M, перемычку, которая стояла на 10, 11, 12, мы переместили на 9, 10, 11. Перемычку с 11, 15 мы переместили на 15, 16. Перемычку с 5 на 8 поставили, ее ранее не было. После этого система заработала. Сейчас покажу пульт Topaz 103M. Вот он пульт, вот такой, Topaz 103M.